فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وإله. اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل أمورنا يا الله. حديث رسولك الله صلى الله عليه وسلم، حديث صححه الشيخ الألباني: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإستن الله عز وجل لوبد معالي الأمور. معالي الأمور تشتر вершина амаля, вершина наших дела, чтобы это было там возвышение амаля. У ашрафаха, шариф это что такое? Почетный амаль. У якраху сафасифуха. И Аллах Азза ва Джалла ненавидит амаль, который незначительный. И бывает, братья, взгляд человека, то, что это амаль незначительный. Да, допустим, что такое пылесосить здесь, что такое убрать? Нет, это не, никто не может назвать это незначительный амаль. Это великий амаль. А бывает амаль, который там имамство или не знаю что-то. И бывает это незначительный амаль. И пред Аллаха Азза ва Джалла даже не принят. Почему? По какой причине? По причине это в намерении, когда человек делает это амаль. И по причине поведения человека в этот амаль. Потому что шайтан, у него из-за его мадахиль, когда он не находит к человеку мадха, запретить его делать амаль, благие дела, он начинает давать ему гордыни. Он начинает ему давать то, что это видишь только ты. Вот если ты не тебя, то никто. Или вот посмотри, если ты в этот место бы ты не сделал, другой человека не найдется другого человека, который это делает. Начинает это вызвать шайтан. То есть он не мог запретить человека прийти в мечеть, там, стоять в его дорогу, он по-другому. Поэтому Аллах Азза ва Джалла любит ма'али л-умур, ва-шариф мин ал-умур. Аллах любит, как «Инна Аллаха юхиббу», один из хадисов, «Инна Аллаха юхиббу, иза амиля амалюкум, ахадукум амалан, ай ютқина». Воистину Аллах любит, если человек из вас делает какой-то либо амаль, дела, он должен что делать ему как? Иткан это что? Совершенствует этот амаль. Мы не так, наполовину, понимаете? Не бывает там половина. Бывает или цели так. Вот и амаль, в который наполовину вот, сделал, но не доделал. Ну потом я его еще сделал начало, пусть кто-нибудь добывает. Это не амаль. Аллах не любит этот амаль. Аш-шариф мин аль-амаль. Кулли шай и яд'у иля аль-фалах. Фалах это что такое? Успех. Любой вещи призывает к успеху, знания. Потеря времени, лишняя потеря времени, которая у нас есть. Даже когда мы общаемся с друг другом, это не потеря времени. Когда благое дело, хадис посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, куллю маджлис ля юзкару фихи смуллахи фахуа махк. Или в другой хадис, по-моему, халк. То есть безбаракатный. Любой маджлис. А когда мы сидим и общаемся часа два, по-любому мы задаем вопрос по религии. Мы говорим об ая, мы уточним какую-нибудь историю жизни сподвижника или сира. Это не безбаракатный маджлис, это маджлис, у него есть баракат. А маджлис, который безбаракат, который об Аллаха вообще никаких разговоров. Дунья, там, футбол, там, не знаю, там, танцы, не знаю, там, это, того, того. А все, кроме Аллаха и религии Аллаха. Вот это безбаракатный маджлис. Абдуллах ибн Мубарак, рахматуллахи алейхи, говорит: «Мин а'вам иль масаиб». Мусиба это что такое? Спитание. Можно назвать даже боль. Да. И самые большие испытания в жизни человека, который на голову человек падает, «Ай-я'лам мин нафсихи таксир валя юбали». То, что он, этот человек знает, то, что у него где-то недостатка в намазе, недостатка в этот амаль, недостатка в намерении, недостатка там и здесь, валя юбали, ему без разницы, как будто все хорошо, это мусиба. Это мусиба. Человека, в Аллахе, братья, когда они не видели друг друга в такбират или храм,
они соболезнуют друг друга. Они приходили дома, как будто кто-то умер. Они когда не видели друг друга, там, с Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на уроке или где-то, или в какие-то благие дела, они считали, что человек реально, как будто потерял кто-то из его семьи. Пришли ему соболезнования, прими мои соболезнования. А на сегодняшний день мы тогда мы должны уже встречать друг друга на каждый углу, брат, соболезнования, прими мои соболезнования. Мы должны только соболезнования друг друга. Мы одну через другого, уже наша жизнь и так и проходит. Ибрахим, алейхи салям, Аллах Азза ва Джалла говорит, «Инна Ибрахима, ла халимун, аввахун, муниб». Поистине, почему Ибрахим, инна Ибрахима, кана умма? Почему Ибрахим, как весь умма, один? Потому что «Инна Ибрахима, ла халимун, аввахун, муниб». Халим – это что? Кроткий. Да. Благой нрав, можно так сказать, да? Да. У него благой нрав. Хиль. Втором, Аллах оставим. Муниб это что? Инаба. Да, вызывает и возвращает, кается. И вызывает к Аллаху, Азза ва Джалла. Мунибу лилля. Аллах, когда Ибрахим видел какой-то грех, или какой-то а'маль, в который недостаточно отправить ему в рай, он говорит, ах, минаннар. Аллах, когда много, говорит, когда как будто ему что-то больно, он не доделал амаль, или что-то делал так, который амаль, который отправит ему в ад, что Аллах Азза ва Джалла убережет и защитит этот от ад, что он говорит, минаннар. Он вспоминает это слово. Аллах, он живет всегда, как будто что-то ему болит. Валлахи, как сердце может не болеть, когда амаль, у нас море амаль. Когда у нас работа, субханаллах, один из ученых говорит, куллюна юхсин аль-маути фи сабилилля. Каждый из нас может умереть в пути Аллаха. Амма аль-хая фи сабилилля, фала юхсинуха илля аль-калил. А жить в пути Аллаха, азза ва джал, мало кто может жить в пути Аллаха, азза ва джал. Мы думаем, понимаете, братья, то, что это идти умереть. Каждый думает, это пути Аллаха. Умереть, пошел, поехал, это пути Аллаха. А жить в пути Аллаха, воспитать детей, со мной один брат, его нету сегодня, ездил, когда маленькие двое только, а третий, когда есть, это вообще. Маленькие двое, когда со мной, ездил он, брат, где-то там ездили вместе 17-20 километров туда-обратно. И вот он приходил, говорит, честно, как ты терпишь этого? Это вопрос задает, это еще вопрос задает, это почему, это для чего, это вопрос. Потом еще раз задает этот вопрос. А вы что хотите? Вы думаете, Абдулла сын Умар ибн аль-Хаттаб или сын Амр ибн аль-Ас, их папу были легко? Там таскать их с собой. Сейчас, братья, есть расстояние. Вот расстояние между мной и мой ребенок там метров 5. Да, он сейчас хочет как-то приближаться ко мне. И я что делаю? Отталкиваю его. И дальше уже 6, 7, 10, 15 метров я уже сделал. Оп, время приходит, и ребенок уже 12, 13, 15 лет. Я уже посвободный стал, со здоровьем очень, не очень. Сижу уже дома, мне надо приближаться к ребенку. Я уже иду, он меня уже отталкивает. Все, далеко мы ушли. Так же отношения с Аллахом, Азза ва Джалла. Отношения в каждой вещи, она так настроена. Надо всегда будет стратегия. Надо, чтобы далеко не ушли. Даже когда обижаемся на друг друга, не надо оставить то, что ушло далеко, потом приходим мириться. Все, осталось, следи в сердце. Когда ты сейчас ребенок нуждается в тебе, он хочет быть с тобой всегда, как твой сподвижник. Да, не, никогда. Не встречу. Что, я поеду на встречу, а у меня ребенок. Что про меня скажет? Что про тебя скажет? А что Аллах про тебя скажет? Он тебе даровал аманат. Это аманат. Это не то, что амана. Это хиба. Хиба это выше, чем амана. Понимаете? Вахабна. Вахабна ляху мин дурриятина. Вахабна хиба. Яхабу лиман яшау. Да? Инасан, ваяхабу лиман яшау, зукур, ваяджалу ман яшау, акима, яхабу, это хиба, это подарок. Даже вот дети, воспитать детей, вот это делает, это не просто так, как один с ханафитским мазхабом, который поехал в Индию, по-моему, или в Бангладеш, и там говорит ему, ты понимаешь, хадис достоверный так, Аллах, обесланник Аллаха сказал так, и Аллах говорит так. Он говорит, ну Абу Ханифа так говорит, я тебе говорю достоверно, он ему говорит, что я скажу Абу Ханифа в судный день? В
судный дня мы что, сдаем экзамен пред Абу Ханифа? Абу Ханифа будет бари умминна. Абу Ханифа сам будет отрицать нас, скажет, я их не знаю, при чем тут я. Мы пред Аллах, даже не пред Мухаммад, мы пред Аллаха Аззаваджаль встанем. И хисаб будет только пред Аллаха Аззаваджаль. При чем тут Абу Ханифа? Также, что я скажу, друзья? Таскаю с собой дети. Мы разговариваем, и ребенок приходит, говорит, ну пришел, пребывал тебя в этот разговор, пришел, отрывал твой разговор, и научишь его, сыночек, когда я говорю, садись в старом, сыночек, не подходи, когда я разговариваю. И со временем, а где он научится этого, если не с тобой? Да я примерно, маленький пример вам даю. Дети, когда халифа зашли к ним, и те, у кого 7 детей, 10 детей, если среди них хафизов Коран нету, среди них достойны, их сажали в тюрьму. Это преступник. У тебя дети, что ты делаешь? Таскаешь пакеты из ленты и магниты и пятерочек? Это твоя жизнь? А где пакеты сознания? Где пакеты с Корана? Почему должен учить твои дети фатиху чужой дядя, чужой шейх? Да? Почему не ты? Он читает 17 раз намаз, 17 раз фард, 12 раз сунна, одна ракаат утри даже пусть будет. И еще там тахаджуд и духа намаз. Сколько награды ты пропускаешь? Почему маленький три сура должен учить кто-то чужой, не ты? Почему ташахуд должен кто-то, намаз должен отдавать где-нибудь и деньги оплатить? Поэтому это маалиль умур, это вершина амалов. Это когда ты делаешь амал достойный, может быть он маленький. Ватахсабунаху хайина, ваху инда Аллахи азим. Иногда грех или награда, амал, не думаем его хайи, незначительный. Он пред Аллаха или награда, а вы великий или грех. Иногда то грех незначительный, а это грех. Поскольку ты воевал с Аллахом этот грех, он стал великий, будешь отвечать за него. А иногда амаль, и так и нара валяв, вещик и тамра, половина финик, кусок из финик может отделить тебя от ада. Но правильно и просто принял и сделал нормальное намерение, правильное намерение. Половина финика. Иногда весь сад отдашь, где там пальмы, где это все там, и не принимается. Это маалиль умур, братья. Аль-хая фи сабилиллях. Жизнь в пути Аллаха, аззаваджаль. Жизнь в пути Аллаха. Мы обсуждаем муфтияти. Обсуждаем они. Давайте уберем так муфтияти. Давайте поработаем. Раскидаем сами места муфтияти. Батянем этот мечит. Валлахи, билляхи, таллахи, не батянем. Я это уверен, не потянем. Эти там, возьмем там 15-20 мечей и раскидаем наши братья. И потянем? Не потянем. У нас нет вот этого момента. Мы не готовы к этому вопросу. Мы один-два мечети еле-еле, вот так, вот, через, не знаю через какой, как назвать. Поэтому не надо обсуждать, надо научиться. Надо стать руководителем. Надо научиться быть руководителем и работать в пути Аллаха, аззаваджаль. Любой благотворительный дела или амалю, и смотришь, субханаллах, вот подключился месяц и потух, подключился 2 месяца и пригорел, того ушел. Вот мы между собой так, а потом обсуждаем. Не надо обсуждать, надо наоборот набрать силу, надо отличить амалю. Делает маленький амаль, но с такими намерениями, с такими подходами, чтобы он стал, говорит Аллаха, аззаваджали, что? Азим. И надо отделиться от маленьких грехов и больших грехов. Потому что иногда ты читаешь, это незначительный грех, а он говорит, Аллах Аззаваджали, что? Азим. Потому что ты сражаешься с Аллахом Аззаваджали в этот грех. Он тебя видит, знает то, что он мутталиун алей, знает то, что он тебя наказывает, и все равно. Скрываешься от всех людей. Шорох даже, если дверь, если ветер где-то что-то сделал, ты прямо дергаешься. От кого? От людей. Иногда кошка, иногда собака, что-то побежало, ты пугаешься. И от Аллаха Аззаваджаль. Ва хуа инда Аллахи азим. Поэтому Аллах Аззаваджаль любит. Или ткан делает самый лучший вид амалов. Аллах любит маалиль умур. Вершина амалов. Не любит низкий амалов. А низкий амалов, это может и он огромный амал, но мы делаем его насколько, мы аннулируем его. То, что он станет низкий амал. А мы знаем хадис, который первые 3 человека, которые что? Разжигается с ним что? Ад. Судный. Кто? Шахид. Алим. Хафиз ли китабилля. Ученый. Хафиз. Потом шахид. Потом богатый человек, который расходует все его имущество.
Это великие амали, больше нет. Да? И они в ад. Первый кто будет? В ад это три вид категории. Не три человека, а три вид категории людей. А какие? Это великие амали. Но это три великие амали, они были причиной, что человек направился туда в ад. А какая причина? Какой причиной? Да. Лицемеров, показуха. Хотели, чтобы про них сказали, писать в газет, говорить в YouTube канал или где-то в официальный какой-то другой канал, чтобы про меня должны что-то другому сказать. Сказали. Все, ты получил. Фаальта лиукалю акадкин. Ты сделал, чтобы про тебя сказали? Да, все сказали. Закончился вопрос. Просим Аллаха, Аззаважали, братья, чтобы он даровал нам искренность. Даровал нам иткан. Даровал нам маали умур в нашей жизни. Просим Аллаха, Аззаважали, чтобы он оживил только на таухид. На слово «Ла Илаха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». Умертвил только на таухид. На слово «Ла Илаха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». Ваябасна яума аль-кияма аля таухид. جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك